В древности его считали божественным даром, и это действительно так. На Руси вообще почитали лук. Головки репчатого лука, заплетенные в косы, вешали в избах, а ожерелья из лука надевали на шею коровам и лошадям, чтобы защитить животных от болезней. Луковицу брали с собой, отправляясь в путешествие, на работу или в дальнее плавание. Действует лук не хуже антибиотиков и антисептиков. При бронхите и других заболеваниях, сопровождающихся кашлем, делают луковые ингаляции. Для этого 1-2 головки репчатого лука измельчают и выкладывают на тарелку. Над тарелкой дышат 10 минут. Кроме того, разрезанную на четвертинку луковицу кладут у изголовья кровати на ночь. Вирусы и бактерии обойдут ваш дом стороной. Кстати, лук – это самое мистическое лекарство и самый ценительный оберег. При этом, чтобы вылечить насморк, его не надо есть и пить из него сок или куда-то прикладывать. Всю ночь нарезанный лук будет испарять свой сок и создавать вокруг вас некую ауру, которую плохо переносят всякие болезнетворные создания. А на утро проснетесь с улучшенным самочувствием. Радуйтесь жизни, быстрый результат. И если случится простудиться, просто вспомните этот рецепт и не поленитесь сделать это простое и действенное лекарство. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч на канале.